Друзья, всем привет, с вами снова Влад, это значит новое видео на моем канале. Записываю подобный формат, потому что он вам понравился. Соответственно, продолжаю дальше. Отвечаем на самые популярные вопросы, которые пишут мне в Instagram, задают на сайте. И это мои видео-ответы, которые вполне возможно вам пригодятся. Тема сегодняшнего видео – это курс тайского бата. Сегодня мы рассмотрим актуальный курс тайского бата на сегодня. Даже если вы смотрите это видео через год, все равно вы сможете узнать актуальный курс на сегодня по ссылке, которую я предоставлю под этим видео, потому что там данные обновляются в режиме реального времени. Что очень важно, данные максимально близкие к обменным пунктам, который вы можете встретить в Паттайе или на Пхукете. Текущий курс тайского бата по отношению к рублю, доллару и евро можно посмотреть на моем сайте. Ссылочки я оставлю под описанием к этому видео. Я вам дам несколько советов и рекомендаций по обмену денег в Таиланде. В Таиланде существует примерно 7 популярных банков. Курс у них немножко отличается друг от друга, но в любом случае в банках я вам не советую менять деньги, потому что там будет курс похуже. Вам необходимо искать обменный пункт TT Exchange или Super Rich. Вот так выглядят эти обменники. Это TT Exchange, а это Super Rich. То есть обычно у этих обменников самый классный курс, который вы только можете найти в Таиланде. Super Rich есть в Бангкоке, а TT Exchange есть в Паттайе. Запомните, купюры номиналом 50 и 100, будь то доллары или евро, меняют всегда по более выгодному курсу. Поэтому, если вы едете в Таиланд, не берите мелочевку, обязательно берите купюры крупного номинала. Так вы обменяете их по более выгодному курсу. Монеточки здесь не принимают. В некоторых обменниках принимают рубли, иены, но помните, что не принимают купюры номиналом меньше 100, а в некоторых местах даже меньше 1000 не принимают к обмену. По моим наблюдениям, самый выгодный обменник в Паттайе раньше был TT Exchange, самый выгодный обменник в Бангкоке был Super Rich. Хороший обменник на Пхукете есть в торговом центре Фестиваль, а также желтый обменник недалеко от Ocean Plaza. Но что делать, если вы прилетаете в Таиланд, а денег нету, то есть деньги нужно менять? А в этом случае я вам советую обменять их в аэропорту. Но не стоит бежать в самый близкий обменник, потому что в аэропорту есть место, где можно поменять деньги по более выгодному курсу. Обменник называется Super Rich, про который я уже упоминал выше. Он находится на самом последнем этаже, недалеко от касс, где можно купить билеты на скоростной поезд. Также следует помнить, что в аэропорту Бангкока вряд ли где-то вы сможете поменять рубли, поэтому берите с собой доллары. Следует помнить, что обменники не круглосуточные. Некоторые работают с 11 до 9, некоторые с 11 до 12, но помните, что они не круглосуточные. Если вы будете менять деньги в обменных пунктах, про которые я рассказал, не стоит переживать, там нету никаких скрытых комиссий, все честно, без обмана. Чтобы поменять деньги в Таиланде, необходимо при себе иметь загранпаспорт. Но не все обменники его спрашивают, поэтому иногда вам может повезти, а иногда нет. Но в любом случае возьмите его с собой. Как я уже сказал, актуальный курс на сегодня, максимально близкий к обменным пунктам, вы сможете найти на моем сайте. Там также есть валютный калькулятор. На странице есть табличка, удобная табличка, где расписаны диапазоны обмена. Вы с легкостью сможете сориентироваться, например, если вы меняете там 10 тысяч рублей, сколько вы получите в батах. Эта табличка также обновляется в режиме реального времени. То есть, если где-то что-то поменялось, все данные автоматически будут обновляться. Ну вот и все, ребята, это было мое короткое видео про курс тайского бата в Таиланде, в Паттайе, на Пхукете и Бангкоке. Я надеюсь, оно вам понравилось, я надеюсь, оно оказалось полезным. Всем спасибо, с вами был Влад. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте поставить мне лайк, нажать на звоночек, чтобы не пропустить мои следующие видео. Пока!